Доброго вечера, FitFamily Community. Подходит к концу уходящий 2022 год, который был наполнен огромным количеством важных событий. Офицерский состав 5-го пехотного корпуса провел долгожданные фановые мероприятия, такие как Пятница 13, игры Эйрона, Хэллоуинский ивент и многие другие. Наше сообщество с размахом отпраздновало майскую революцию 16 мая с масштабным парадом на нашем сервере, который насчитывал более 130 игроков-участников. Административный состав подвергся важным реформам, сформировав отдельное Министерство внутренних дел, которое впоследствии упростило их работу и увеличило их эффективность. Стоит упомянуть и полевые достижения, в частности, победу в Драгунском турнире, где наша кавалерия заняла первое место. В связи с событиями, происходившими в октябре, и образованием первой русской коалиции, общими усилиями состав 5-го пехотного корпуса и сибирского казачьего полка вышли из групповой стадии Hold-Fast-Time Battle League, встретившись с одним из самых сильных полков данной игры, и достойно проиграли со счетом 2-3. В первую очередь этот год стартовал с открытием танкового ивента, который увенчался огромным успехом. Многие кланы начали его посещать, и интерес к ивенту стал фишкой 5-го мострелкового полка. Началась разработка пехотного ивента, впоследствии привлекшая участников иностранных сообществ. Это дало нам понимание того, что в будущем мы будем работать именно в данном направлении. Стоит упоминание онлайн-сообщества, который был сделан практически с нуля и возрос до 30 человек. В уходящем году наш состав начал участвовать не только на ивентах, но и в турнирах, последним из них достойно себя показав, выиграв 82-ю воздушно-десантную дивизию и наравне сыграв против клана STRB. С 1 сентября уходящего года было открыто третье направление в игре Hell Let Loose. Сообщество было названо 5-м механизированным корпусом и уже сейчас может похвастаться уникальными системами, которые были собраны из предыдущих направлений. Мы уверены, что данное направление уже к февралю станет довольно крупным в данном сегменте. И сделаем все необходимое для этого. Вот и закончился 2022 год. Год, который был крупным испытанием лично для нас и нашего сообщества. Мы хотим, чтобы каждый член нашего сообщества нашел самое сокровенное, самое желанное для... Мы хотим поздравить от лица заместителя и администрации 5-й семьи каждого нашего члена нашего успешного развивающегося комьюнити. Похуй. Мы хотим, чтобы каждый член нашего сообщества нашел самое сокровенное, самое дорогое в нашем небольшом комьюнити. Сбежать всяких любых невзгод в личной жизни. Мы желаем, чтобы этот праздник был наполнен только позитивными эмоциями. А наша администрация попытается скрасить этот досуг. Пятая семья поздравляет вас с новым 2023 годом. Ура! Все. Тебе, блядь, нажать нахуй! Здравствуйте, дамы и господа! На связи с вами ваш покорный слуга Михаил Милорадович. Ныли для обычных людей, для обычных ребят, просто хер. Как бы грустно это ни звучало, но время летит быстро. Только что было 1 января, а уже не успеешь оглянуться, и вот уже 31 наступает. Эй, камеру пониже! Здрасте! Сейчас у Hold-Fast довольно-таки перспективное будущее. Ведь, как говорится, когда мы едины, мы непобедимы. Я хотел бы поблагодарить всех офицеров, всех друзей, товарищей нашего 5-го пехотного корпуса за то, что проявляете активность на наших мероприятиях, за то, что приходите на сами эти мероприятия и за то, что уделяете время этому сообществу. В 2023 году планируется много нововведений, которые изменят жизнь обычного обывателя. В общем, с праздником вас, с 2023 годом. Давайте сделаем его незабываемым. Но все же 2022 год запомнился мне больше позитивными моментами. К нам недавно в коалицию присоединился сибирский казачий полк. И многие наши товарищи, в том числе и я,
общаемся с этими ребятами на протяжении уже долгого времени. Наш эксперимент с первой русской коалицией показывал то, что русская комьюнити может быть дружелюбным, сплоченным и целеустремленным. Хорошо, нахуй послали. Бать, ёбаный, блядь. Я специально не иду. Пасен, иди же, блядь. Я вас, блядь, распотрошу, нахуй. Дорогие друзья, солдаты и матросы, егеря и артиллеристы, кавалеристы и некавалеристы, офицеры, табличники, а также дворяне, бароны, герцоги, графы и прочая хуйня. Господа товарищи, от имени по поручению Великого 5-го пехотного корпуса мы поздравляем вас с Новым годом. С Новым годом, сука! Мы целый год ебались с полпастом, устраивали для вас пидорасов ивенты, терпели кризисы, разделяли общие поражения и победы. Мы каждый раз сталкивались с трудностями и нежеланием играть в эту откровенную поебоду. Решали трудные задачи. Каждый из нас в большей или меньшей степени старался усилить или поддержать наш 5-й пехотный корпус. Этот год мы бились об стену головой, впадали в депрессию, но так или иначе справлялись. Мы возвращались домой после трудного дня. Вместе общались, делились своими жизненными ситуациями, смеялись, рофлили, просто охуенно проводили свое личное время. Командование Московско-Драгунского полка желает всему личному составу наших вооруженных сил 5-го пехотного корпуса крепкого здоровья. Мы желаем вам, долбоебам, успехов в личной жизни. Добивайтесь своих целей. Бросайте пить. Добивайтесь своих целей, делайте то, что вам нравится, строите свое будущее и не тратите свое время на хуйню, как и я. А я сейчас заебался, я в этом дышать не могу. Ой, бля. Бля, вот он я. Красивый ебать. О, чё, ребят. Если говорить об итогах этого года, то год прошел достаточно динамично. В нем было реально дохуя событий. У нас умер Жириновский. Погибла. Умерла от старости королева Англии. Началась война на Украине. Пиздец. И много-много еще прочей хуйни ебанутого характера, который сейчас перечислять просто не буду. Я не знаю, как у других и прочих, то есть в личной жизни вообще события в этом году. Лично я могу сказать то, что я этот год вполне себя победил. То есть я дохуя чего сделал. Касательно холфа сообщества 5-го пехотного корпуса, я могу сказать то, что несмотря на друзья вы мне, враги вы мне, так или иначе, мы вместе в холфасте рофлили, что-то делали на ивентах, там пиздились, смешно обсирали друг друга в чате. Несмотря на все даже негативные события, в самом деле было со всеми вами интересно и охуенно проводить время, это я вам точно скажу. Поэтому я хуй знаю, что еще добавить. Просто, господа, с Новым годом и пиздуйте отсюда. Все, блядь, заебался. Оператор, блядь, ты уволен. Дорогие друзья, спешу поздравить вас с наступающим 2023 годом. Предыдущий год был особенно тяжел для всех нас. Однако, нам не стоит отчаиваться, нам не стоит унывать. Как говорил Джон Кеннеди, нам не стоит молиться за то, чтобы наши жизни становились легче. Нам нужно молиться за то, чтобы мы становились сильнее. И я желаю того же вам. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы станете сильнее,
Вы будете лучше тренироваться, вы будете лучше штыковаться, вы будете лучше стрелять, и вы будете более слаженно координироваться с друзьями. И так мы станем сильнейшим пауком в этой игре. Но в Хотфас Лиге нам почти удалось разгромить 51-х, один из сильнейших пауков игры. Это не говорит о том, что мы слабы. Это говорит о том, что нам нужно лишь усиленно готовиться. И мы тогда займем звание сильнейших. Однако не единой Хотфас Лигой мы можем похвастаться. Одна из наших главных целей — это объединение русского комьюнити. И для этой задачи мы делаем все возможное, в том числе и дипломатическими методами. Недавний выход с QRR был связан именно с желанием помочь людям в ДЦР. Сложившаяся ситуация не оставила нам выбора, кроме как молниеносного выхода. Однако выход с QRR не повлиял на отношения с ними. Мы смогли сохранить добрососедские отношения и, более того, продолжить наше сотрудничество. Мы благодарны другим полкам. Зельфгарда, 87-й РРГ, 7-й Феникс, ГДЕ, 3-я дивизия. Все они поддерживают в наших начинаниях нас. И мы им отвечаем взаимностью. Могу лишь сказать, наши задачи будут выполнены, и мы добьемся своих целей. И для того, чтобы это сделать, нам необходима ваша помощь, дорогие друзья. Приходите на наши тренировки, ивенты. Говорите с нашими людьми, общайтесь. Главное, трудитесь. Главное, играйте. Я хочу вам пожелать труда, успехов, а также удачи. В новом году она действительно всем понравится. Спасибо. Совсем скоро наступит 2023 год. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. Наши личные планы, мечты неотделимы от 5-го пехотного. От усилий и вклада каждого из нас зависит его настоящее и будущее. Будущее наших рекрутов. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед полком. Наше единство – основа достижения любых, самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки, героическое, несгибаемое поколение 1-й Западной армии. От всей души поздравляю с новогодними праздниками табличников и админов Дискорда. Всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашего полка. Низкий вам поклон. Дорогие артиллеристы, в честь того времени, что я провел с вами, в честь тех трудностей, которые еще предстоит пройти, я поздравляю вас с Новым годом. Как майор 7-й артбригады, я не могу не поздравить каждого артиллериста моего подразделения лично. Брусилов, Крейзи Лист, Котяра, Суворов, Пьяный Батя, Виджингл, генерал Радан, Томас Агра, Гартон, Фучизер и, конечно, Айова. Поздравляю вас с Новым годом! Друзья, Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым 2023 годом!
как бывший майор Лейб-гвардии финляндского полка, начальника 33-го егерского, начальника 7-й бригады и первого заместителя в рамках 1-й западной армии корпуса Сквизи, хочу вас поздравить с этим наступающим праздником. Желаю всем здоровья, удачи по жизни. Особенно хочу поздравить отдельно состава 33-го егерского полка, 7-й арт-бригады и Ашота Адамова, Вигингова и, конечно же, Патрика и Эдварда из морского экипажа. Данные люди очень мне помогали в этом году. А также от лица всего Иван склада хочу поздравить 5-й пехотный корпус с Новым годом и особенно всех моих хейтеров. Удачи вам по жизни, потому что удача – это самое главное. Дорогие друзья, остаются последние минуты уходящего 2022 года. В следующем году у нас запланировано открытие 3 новых игровых направлений, а также открытие 3 новых ивентов на всех наших направлениях. Если не учитывать то, что у нас будут еще и мелкие изменения, наши планы весьма грандиозны. Дорогие друзья, в следующем году я желаю вам быть на коне, когда ваши все цели и мечты станут реальностью. Дамы и господа, 5-го пехотного корпуса, 5-го мотострелкового полка, 5-го механизированного корпуса. С новым 2023 годом! У меня спина болит. Нажми. А, сука.